Внешний торговый оборот, увы, вырос в 7 раз. Об этом глава Тувышелбанк Орол сообщил на встрече с тувинской таможней в конференц-зале гостиницы «Насай». Так, оборот грузов через тувинские таможенные пункты возрос на 33%. В то же время нарушений возбуждено более 400. В связи с этим Шалбанк Орол обозначил, что есть упущения по разъяснению, консультированию граждан. Как сообщил начальник тувинской таможни Игорь Качеев, местными пунктами пропуска активно пользуются предприниматели, юридические лица из Красноярского края, Кемеровской области. Поэтому развитие таможенных пунктов, улучшение их инфраструктуры также является приоритетным вопросом. В общем, объем внешнеторговых операций за 9 месяцев 2018 года составил 4,3 миллионов долларов США. За аналогичный период прошлого года показатель равнялся около 600 тысяч долларов. Экспорт возрос в 27 раз, импорт в 3 раза. Напомним, тувинская таможня была образована в 1992 году. В ее состав входят 4 таможенных поста в Кызыле, Хандагайте, Цаган-Толгой и Шара-Сур.